Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от COVID-19. Очередной антирекорд установлен в Индии, где за сутки инфекцию выявили почти у 170 тысяч человек. Общее число заболевших COVID-19 в этой стране превысило 13,5 миллионов. Мы находимся в критической точке пандемии. Эпидемическая кривая ползет вверх. Уже седьмую неделю подряд наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В течение прошлой недели было выявлено свыше 4 миллионов 400 инфицированных. По данным ВОЗ, в мире сделано более 780 миллионов прививок от коронавируса, и это вселяет оптимизм. Вместе с тем эксперты предупреждают, хотя вакцины представляют собой жизненно важный и мощный инструмент в борьбе с пандемией, нельзя забывать о социальном дистанцировании, ношении масок, мытье рук, тестировании и изоляции заболевших. Неразбериха, самоуспокоенность и несогласованность в том, что касается мер в сфере общественного здравоохранения и их применения, ведут к расширению передачи COVID-19 и стоят жизни. За примером далеко ходить не стоит. Вопреки советам медиков, сотни тысяч паломников-индуистов совершили омовение в реке Ганг, воды которой они считают священными.